Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Известная советская и российская актриса, телеведущая Татьяна Васильева госпитализирована в Москве. По ее словам, она решила обратиться к врачам после того, как у нее поднялась высокая температура и появился кашель. «Температура, кашель, все, что полагается», — рассказала она. Васильева отметила, что пока не может утверждать, что заразилась коронавирусом, однако признаки очень похожи. Позже телеведущая Дана Борисова в сторис Инстаграм сообщила, что у 73-летней актрисы предполагают COVID-19. «Мы давно дружим, это отдельная история. Она почему-то стала звонить именно мне. Только что благодаря помощи Первого канала ее забрали и везут в хорошую больницу. Таня давно доверяет мне, поскольку я ей уже помогала. У нее поднялась температура, начался сильный кашель. Сейчас дело Тани взято под контроль Министерства здравоохранения. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.